Чистейший горный воздух, уникальная флора и фауна, которыми славится одно из самых красочных и живописных мест Узбекистана Заамин. Именно в такой атмосфере проходил традиционный семинар молодых писателей. Обширная программа включила в себя беседы за круглым столом, поэтические вечера, мастер-классы. Подробности в материале далее. Вот уже третий год в Заамин съезжаются со всей страны молодые литераторы. Известные и начинающие поэты и писатели возложили цветы к подножию памятника видному общественному деятелю Шарафу Рашидову, а после посетили памятник известным поэтам Хамиду Алимджану и Зульфие, побывали в их музее и творческой школе, которую носит имя этих двух поэтов. От Союза писателей Узбекистана школе подарили книги. Впереди гостей ждало большое событие в Заамине. На торжественном открытии знаменитого семинара молодых литераторов возле речки Урек-Лисой выступившие отметили важность этого мероприятия, которое служит колыбелью для многих поэтов и писателей. Прозвучало. Заминская школа появилась еще в прошлом веке по инициативе нынешнего президента Шавката Мирзиёева и при поддержке в то время председателя Союза писателей Узбекистана Абдуллы Арипова. Именно тогда было спрогнозировано появление школ творчества, которые сегодня функционируют в стране. Отличие нынешнего семинара от прежних в том, что в этот раз сюда приехали самые талантливые учащиеся шести творческих школ, открытых по всей стране по инициативе главы государства. На Заминский семинар я приехал как переводчик художественных произведений. Я перевела рассказы Абдуллы Кахара, стихи Зульфии, Хамида Алимджана, а также отрывки из дастанов на немецкий, английский, турецкий и французский языки. Главные события семинара начались в Урек-Лисое прохладным вечером, когда под звездным небом у подножия Заминских гор его участники слушали из уст самих мастеров пера самые популярные среди народа стихи. Здесь же, в Урек-Лисое, писательская интеллигенция встретила рассвет. Новый день был посвящен таким жанрам литературы, как поэзия, проза, драматургия, детская литература, художественная публицистика, литературный перевод, литературная критика. В Заамине гости семинара познакомились с героями Узбекистана, писателями и поэтами, которые в настоящее время отдыхают здесь. Встреча творческих людей сопровождалась чтением стихов. Это было настоящее поэтическое состязание. На семинар пригласили 86 молодых литераторов. 90% участников имеют высшее образование. Отрадно, что из года в год растет их творческий уровень. Церемония закрытия Зааминского семинара состоялась в амфитеатре санатория НГМК. Здесь же при поддержке общественного фонда «Идет» организовали выставку книг издательства «Машхур Пресс». Выступившие на мероприятии видные писатели и поэты произнесли слова напутствия юным мастерам пера. Клуб друзей, созданный Союзом писателей Узбекистана совместно с Халк-Банке, вручили участникам семинара памятные подарки. Подошел к концу большой литературный праздник, который позволил одаренной молодежи выступить перед устозами и отточить свое перо. Без сомнения, когда они состоятся как писатели и поэты, про них обязательно скажут. Им дали путевку в жизнь на Зааминском литературном семинаре.